бесконечная. Льюис, я твой дядя Джонатан. Ты что, в мантии? Это кимоно. Вот мы и дома. Полагаю, ты Льюис. Как доехал? Это ведьма моя соседка. Какое счастье, что ты не унаследовал несуразно огромную голову своего дяди. Я поражен. Скелет в очках заговорил? Наш дом весьма необычное место. Оглянись вокруг. Здесь некого бояться. Ага, я вижу. Да он просто голодный. Знаешь, кто такие чародеи, Льюис? Колдуны. О, они нечто гораздо большее. Так ты чародей? Пожалуйста, научи меня, прошу. Ну ладно, уговорил. Я дам тебе книги. Научу заклинания. Но в конечном счете, все зависит только от тебя. Не хочу брать задохлика. Я тоже. Повезло. Льюис уже все знает? Ну, не совсем. Ты слышишь, как тикают часы? Тик-так. Раньше особняком владел другой чародей. Очень злой и могущественный. Где-то в доме он спрятал часы. Мы не знаем зачем, но все это не к добру. Три. До этого было четыре. Что будет, когда они пробьют один раз? Уверена, ничего хорошего. Нужно уничтожить часы. Жутковато. Одному тебе не справиться. Я могу помочь. Хочешь увидеть настоящую магию? Смотри. Тайна дома с часами. Начнем? Ненавижу тыквы. Как я? Видали?